У нас есть замечательная группа, чат практики работы с квантовыми помощниками. И уже некоторое время и закидывают какашками. Ладно, но сейчас апупея апопеоза. Если не помогли жертвоприношения, ритуалы, все остальное, то сейчас очередной наезд уже. И давайте посмотрим. Мона нам расскажет, кто работал против группы. Ну, я вижу просто как группу, да, как шарик. Ну, как обычно мы видим какое-нибудь образование. И сверху, если группа вот такая, да, вот такой огромный купол. Ну, такой, как стеклянный, даже по ним постучать, и звон слышно. Реально крепкий, накачанный. Да. И как закачана туда какая-то часть, знаешь, такое впечатление, как газ какой-то, вот какашки, как ты говоришь. Что-то накачано туда внутри, сверху закрыто куполом. То есть это какое-то брожение должно произойти, что-то такое не очень приятное, чтобы там не очень приятно было находиться, вот этим всем дышать. Людям хочется вырваться, а для того, чтобы вырваться, нужно отсоединиться, выйти. Вот такое впечатление складывается. То есть не то, чтобы она токсичная была, но чтобы неприятно там было находиться, вот такие условия созданы. Этот купол достаточно сильный, но я вижу его сегментарно, знаешь, вот как не то, чтобы это один человек или усилием одного человека или даже одного эгрегора было сделано, это как по слоям, вот так разные-разные слои, разные люди, объединения, организации, все, кто прикладывал к этому усилия. Один из основных слоев я вижу это как РПЦ. Ну вот как наша христианская церковь, они, конечно, это, ну, очень как бы купировать пытаются, потому что все диагностики помогают людям выйти из зомбо-состояния, в которое они людей погружают. Но там еще также много других наслоений. Вижу, что это как человеческие факторы, так и много организаций. Организации по типу масонские, там даже я вижу какие-то вот люди, как в погонах мелькают, им-то какое дело, в армию не пойдут, что ли, ну пусть... Работают и работают. Вижу просто. Вакцинацию А, да, вот помощники действительно. срывают, не дают работать вакцинам, кто с квантовыми помощниками, с диагностами и прочее. Зомбировать не дают, ты что? Это ж никому, ни армии, ни плюс медицина, да, всем. Все магические эгрегоры, все ведьминские эгрегоры эти магию уничтожают. Да, ладно. Давай это есть. Покажи собачкам, допустим, людей, которые вот людей напрягли, просто обычных, скажем так, с магией. Да, на обычных людей напрягли, тех, которые с магией связаны, скажем так, они чувствуют в этом какую-то опасность для своего эгрегора, для своей работы, для своей цели, скажем так. И людей, которые, в принципе, да, и не совсем как понятно, куда они движутся, в левую сторону, в правую сторону, как на распутье. Не поняли, в какую сторону им нужно идти, знаешь, находятся на уровне какого-то принятия решений. Достаточно известные люди, которые чувствуют почему-то, вдруг почувствовали в этом опасность и решили ополчиться против этого. Купировать, закрыть, отделить от других, в общем, от сообщества, от людей. Вот эту вот зону нужно накрыть. Это просто по глупости. Ну, не то, что по глупости, потому что они не совсем поняли ситуацию, что это есть на самом деле. Не видят, как любой консерватор видит в каком-то новом, в чем-то новом любую опасность и считает, что это очень страшно, плохо Давай и им опасно. Просто собачек, чтобы почистить, судью и синих диагностов. Просто, чтобы пообрывали подключки. Можно атлета? Атлета всем пусть копируется. Простые вампирские подключки уберет и немножко попинает, подкачает, чтобы спортом занимались, а не да, дурью это всякой. просто вот человеческие страхи такие, знаешь, боязнь принять что-то новое, вот как привыкли в этом консервативном каком-то, там проще перекреститься, грубо говоря, чем Да, что-то вот, чем да. осознать, что мы в большой жопе и что-то делать, да. Вот этих людей тоже достаточно много. Им, как ты сказала, вот собачек, чтобы их немножко... И можно еще и финьков. Финьков-то они первых, чем других, почувствуют. Такую солнечную энергию невозможно не почувствовать. И тогда обратят внимание на все остальное. Можно так или... Можно золотых диагностов сначала. А, Перед вот, финьками, а да, то они их вот. могут... Это примерно то же самое, да, только на квантовом только уровне. Это роботов не аналог, жалко, да. которые атакуют, те... Да, ты прав. Такие же функции, только аналог квантовый. Вот сразу этих, да. Прилепить они как на сферу сверху цепляются и начинают светить. Люди Промывать, обращают да. внимание, да, что какое-то солнышко там. Люди, которые этим занимались, вот на канал этот купол натягивали, они, в принципе-то, умеют работать с энергиями, они умеют их чувствовать. Просто немножко не уверены в том.
Заблуждаются, скажем так. Я не скажу, Да, ошибаются. да. Теперь квантовых теней вызови. О, да, эти есть. Вояком. Да. Ты правильно, они все вместо автоматов шприцы держат. Вот я смотрю, как картинка идет. Потому что они зомби. Теней квантовых. Да и обычных. Ибо нехер людей убивать вакцинами. Теням. Да. Судей туда же. Да, и садится даже. Физзарядку делают. Атлета отобьет, по крайней мере. Хоть на нормальный ритм выведет на резонанс. И подключки уберет простые вампирские. Да, хорошо. Ну и генералу их как цели. Да, показала. Допустим, зеленому. Показала. Ну и бумеранг скопируй, и пусть идет копируется по всем, вставляется куда-нибудь в них. Шкребок. Ну да, это мощное оружие. Они сейчас это почувствуют. Я думаю, да. Это трудно не почувствовать. Ну вот, успеют почувствовать перед тем, как чувство уку отрежет. А внутрь купола, пока он есть, поливалки. Парочку. Хорошо, пусть это все выкачает, Да, правильно? и чистая энергия будет. Зачем пропадать силе? Они же подарили нам эту силу. Хорошо. Зеленый такой смог какой-то. Да, все поубирали. Вот вытягивает, выкачивает это все. Теперь я этот купол сверху еще накрываю, чтобы никто не убежал из тех, кто его использовал. И чуть-чуть уплотняю. Но ты понимаешь, этот купол же, он не сам по себе, он же не автономный, он как присосками или как Я о чем и пуповиной говорю, я держится. чуть-чуть Да. дернул, и вот сейчас, чтобы все были То на есть связи, зафиксировал они... связь и давлю, чтобы у всех немножко голова поболела, кто к нему привязан. А вот теперь всем остальным то же самое. Судью. Монахи что-то корчатся в головных болях. А лепесинок тоже всем, кто участвовал снизу, чтобы от плохого отсекли и нормальный энергопоток был. Да. Бумеранга всем пусть копируется и идет. Вот энергия купола пусть берет. В купол воткни, пусть выпьет бумеранг. Покажи ему выпивать те структуры, которые он Да, я разрушает. показала. Просто воткнуть, и тогда он как разъедает, разъедает этот купол, и энергию внутрь собирает. Это мощная энергия, действительно. А вот теперь в масонов. О. Показывай. Пусть сам учится таких находить всех подряд. И чистить всех. Да, показывай, как масон от человека отличается от обычного. Человека снаружи чистит, масона внутри. Все по их воле, они же хотят информацию изнутри получать. Вот пусть и чистятся изнутри. Они стремятся к квантовому миру, к квантовой чистоте. Вот квантовая чистота пришла к ним. Мы лишь Тетя. проводники их воли. Тетя Ася приехала. Типа того. Они же хотели оцифровать Вселенную. Вот они станут скоро частью оцифрованной Вселенной в виде фарша. Просто другая оцифрованная Вселенная уже пришла к ним. Они же не уточняли, какую Вселенную они хотят оцифровать. Вот, пожалуйста. Частью которого хотят стать. А что-то Егор Крид всплыл, вот его туда же. Несколько так называемых рэперов, звезд
их энергии, энергии зрителей. Участвовали они, масоны, участвовали в этом всем. Да, это концерты разные, зрительские эгрегоры. Вот человек да, же да, собирает да, да, энергии. да. Весело. Дернул. Хорошо. А, Гутин туда же. Ну и наши любимые РПЦ. Бумеранги, апельсинки, синие диагносты. Вторая волна тени, фантовые, обычные судьи. Чтобы почистить все. Ну, может и пантеркам показать. Но они знают, что делать. Они сами бегают. Ну, посмотрим. А, Кирюша. Ну, Кирюша бумеранг. В лоб воткнул. Пусть. Медленно. Он довольно сильный, так что он медленно будет его проедать. Посмотрим. Ну, конечно, сильно. Добра на сегодня достаточно.